Estoy aquí con mi mamá. Hola, soy Olga. Y nos va a contar sobre sus observaciones de Colombia. Y lo que más le gusta de Colombia es algo muy sorprendente y te lo contamos ahorita. Esto no es la primera vez que me viene a visitar, eso ya es la quinta vez. Ну, вы были уже во многих местах в Колумбии. В Картагене, в Санта-Марте, как это называется? Риоача. Риоача, Буяка. Очень-очень хорошо, очень мне понравилось. А мы еще ездили на остров, конечно же, Сан-Андрес. Как тебе остров? Очень хорошо. Море немножко холодное. В Санта-Марте теплее. Ну, все люди очень вежливые, конечно же. Ага. Ой, очень... Ой, только вот эти музыки. ¿Cuál lugar le gustó más y cuál menos? Буяка и Санта-Марта мне больше понравилось, чем Картагена или Сан-Андрес. Ну, потому что там море очень теплое, я не люблю холодную воду. В Сан-Андрес было немножко холодно. А в Картагене очень жарко и очень влажный климат. А в Санта-Марте там такой ветерочек прохладный. Бриса Лока. Бриса Лока мне понравилось. En Instagram nos hicieron muchas preguntas. Una de ellas, ¿qué tanto ya sabe de español? Ну, español. Ну, вот выучила новые слова. Poquito, rico, mucho rico. Muy rico. Muy rico. Corazón. Как? Corazón. С буквой N в конце. Corazón? Да. А я думала corazón. Corazón. Vanidosa. Vanidosa. Vanidosa? Это мы вчера песню слушали с водителем, и он все подпевал. Ванидоса, ванидоса. Ну, могу понять, когда вот разговаривают, то что-то могу понять. Mi mamá tiene algo que no entiende, y es cuando hay muchos vendedores ambulantes afuera, y ella quiere entenderlos y no los entiende. Авокадо, 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 и мил, мил, мил. Для меня это звучит... Как будто бы это так страшно, когда не понимаешь языка. Люди так кричат, что мне кажется, что война началась. И нам нужно куда-то бежать, в убежище прятаться. Как я могу посоветовать? Правильно ездить. По правилам ездить. У нас в Голландии мы привыкли по правилам ездить. А здесь люди не всегда придерживаются правил. Справа нельзя обгонять. Очень много мотоциклов. Это тоже немножко так... Я уж сижу, всегда пугаюсь, что они сейчас в нас врежутся. И я думаю, что мой муж, который уже 55 лет за рулем, я думаю, что он бы не смог здесь ездить, потому что он едет как нужно. А здесь все вот так вот едут. Ayer fuimos a aguas termales en Choachi. Да, очень мне понравилось там. Но у нас был очень хороший водитель, очень вежливый. Он всех пропускал, кто хочет быстро ехать. А мы ехали как положено. И мне это очень нравится. Я думаю, что если люди отсюда поедут в Европу, это очень трудно привыкать правилам, как нужно, как положено ехать. Compramos una cerveza y mi mamá va a probar. Вкуснее, чем голландское пиво. Вкуснее, чем голландское, вкуснее, чем Хеникен. Да? Да. Sí, escucharon esto. ¿Cómo te has sentido en Colombia? Ну, сначала, конечно, нужно привыкнуть, потому что я приехала совсем из другого континента, и мне нужно где-то дня 4 привыкнуть. Ну, во-первых, длинный перелет, 11 часов. Здесь мы находимся в горах, а Голландия
откуда я приехала, она находится на уровне моря. Я рада, что мой сын в городе живет, тут есть куда пойти. Ну, тут можно есть что посмотреть, магазины. Захочешь себе в Санта-Марту полететь. Санта-Марта мне больше нравится. В Санта-Марту полететь. Поехал в аэропорт, сел в самолет, и ты уже в Санта-Марте. Отдохнул немножко, пару деньков, и опять... город. ¿Qué pensaste cuando te dije que me iba a mudar para acá? Ну, я испугалась. Я испугалась. Ну, наверное, здесь тоже не очень много знают о Голландии. И мы тоже очень мало знаем о Колумбии. Что мы знаем? Футбол. Что Шакира здесь. Синистера играет в Фейенорде. Это клуб, за который болеет мой муж. И его очень все любят, Синистеру. Он всегда забивает голы. А люди, которые... Я разговаривала с людьми, которые были в Венесуэле, в других странах Латинской Америки. Без ума от этих стран. Потому что тоже мы разговаривали. Вот, например, никто не курит здесь. Очень мало людей курят. Mi mamá tiene un muy mal hábito. Esto es fumar. Algo que puede sonar raro, pero de hecho es una cosa buena, es que aquí en Colombia casi nadie fuma. Y eso está muy bien, en Europa sí fuman mucho. Y la cosa rara es que en estos establecimientos que estamos al aire libre, si estás sentado aquí, no puedes fumar. Pero si ya sales allá, allá sí se puede. Yo diría que es una cosa muy buena porque fumar es malo, entonces mejor no hacerlo. Все. Я рада, что мой сын не курит. Так жалею, что я когда-то начала. ¿Cuál fue el motivo que me nombró Stas? Честно? Когда я училась в университете, у нас был один парень, он был очень красивый, и у меня имя Стас связывалось с очень красивым мужчиной. Aquí estoy. Uy. Uy. ¿Cómo les parecen los hombres colombianos? Мужчины везде мужчины. Вот, везде есть и хорошие, и плохие. Это мы все знаем, как женщины. Атент, я что-то уронила, там уже подбегают, поднимают. Такого Голландии у нас нету такого. Но, а на взгляд? А на взгляд тоже симпатичные есть. Есть симпатичные. Но мне всегда нравились немножко темненькие мужчины. Мне блондины не нравятся. ¿Cuál fue tu reacción que acá no tiramos el papel higiénico en el inodoro? Для меня это было не ново, потому что мы очень часто ездим в Египет. Туда, там тоже не бросают. Сложно устроено. Это же все-таки пустыня там. А здесь мне было удивительно, потому что бумага же растворяется сразу же. Если вы ее намочите, она тут же превращается в ничего. ¿Quiénes son más guapos? Ну, я не знаю. Не знаю. Везде есть свои красивые, свои некрасивые. Вообще, русские, например, считают, что лучше, красивее русских женщин не существует. А я так не считаю. Вот, например, и в Голландии очень много красивых. И здесь я смотрю, особенно молодежь, такая красивая. Только что мне не нравится, когда вот... женщины себя очень сильно уродуют, вставляют себе некрасивые грудь и некрасивую попу. Mi mamá está muy feliz con el buen servicio y buen trabajo acá cuando es con la higiene personal para cortar el pelo, para las uñas. Да, очень нравится. У всех женщин ухоженные ногти. Это так заметно. Ногти делаю, не всегда довольна. А здесь прям мне так все хорошо почистили. А у меня были такие запущенные ногти. А девочка так мне хорошо сделала. Я ей дала, конечно, чаевые. Она так обрадовалась, это как будто бы... Я думаю, что никто не дает. И это очень доступно. У нас это менее доступно, потому что очень дорого. И в Голландии не то, что все богатые. Там далеко не так все, как можно увидеть по телевизору, потому что много очень бедных. Только этого не видно. Некоторые люди живут так бедно, что им даже не хватает
буквально покушать. Но у нас есть, которые занимаются благотворительностью, многие супермаркеты, когда уже срок поджимает, то они отдают официальным людям, которые устраивают такие магазинчики, куда могут приходить люди без денег и брать это все бесплатно. Algo que yo ya me acostumbré, pero para mi mamá todavía es un poco extraño, es que en algunas tiendas te piden mucha información personal. Por ejemplo, fuimos a una farmacia para comprar jabón. Мы хотели купить мыло, ну и стали спрашивать такие данные, как, например, email, номер паспорта, где живешь, и вообще, что они будут делать с этой информацией. Вот это... Это мне непонятно и удивительно. También con las facturas. Мы купили вот такую бутылочку воды, и мы получили вот такую фактуру. И у нас, например, в Голландии, когда ты делаешь покупки, конечно, не спрашивают твой мейл-адрес. Спрашивают, вы хотите бонеки или нет. Иногда это нужно, конечно, если покупаешь что-то, какую-то электронику, а если бутылочку воды или хлеб, ну, конечно, тогда говоришь, ну, не надо. И тогда они не дают и выкидывают сами, куда положено. И на улицах не валяются эти полностью. Ahora la cosa más sorprendente que a mi mamá más le gusta de toda Colombia es la ropa y los zapatos. Я покупаю всегда здесь обувь, и все время боюсь, что не вместится в чемодан. Estos y estos son todos los zapatos que compró y también como tres chaquetas que compró. Y ya no cabe más en la maleta. Ya no cabe más. Esa también compré acá. Это тоже фелес. И я не понимаю, почему они в Европу, например, не везут. Я думаю, это был бы большой успех. Очень хорошее качество. Доступные цены. Sí, es verdad, tiene muchos zapatos de acá y siempre trae también regalos de zapatos o de ropa para Europa. Ah, y café. Кофе. Да. Тебе же тоже понравилось здесь кофе. Да, вкусный кофе. Mm-hmm. Но у нас в Голландии тоже вкусный. Потому что привозят тоже отсюда. Так что или здесь колумбийское кофе, или в Голландии. Оно всегда вкусно. Y es igual un sabor muy rico, porque como saben en otros videos que he hecho, he contado cómo recolectan el café, el mejor café es para exportación. Por eso en otros países puedes tomar buen café de Colombia también. Sí, sí. Esto no es el primer video de nosotros juntos, tenemos otro video que también puedes ver. Chao.